Bună seara, doamnelor și domnilor! Fotbalul moldovenesc a desemnat laureația anului 2012. A fost un an preelectoral pentru că în mai puțin de două luni vor avea loc alegerile la Federația Moldovenească de Fotbal. Vorbim astăzi despre gala fotbalului moldovenesc, despre viitoarele alegeri și facem totalurile primei părți a diviziei naționale. Pentru aceasta l-am invitat în studio pe patriarhul fotbalului moldovenesc, Vladimir Țâncler. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Alături de noi se află și jucătorul echipei Zimbru, Eugen Slivka. Bună seara, Eugen, și bine venit. Vorbim, bineînțeles, și despre Zimbru în această seară, dar pentru început, haideți să vedem rezultatele ultimelor două meciuri ale etapei a 20-a Diviziei Naționale de Fotbal, care s-au jucat luni. Așadar, Milsami Rapid 2-0 și Academia Speranța, surpriza etapei 3-5, prima victorie pentru Speranța în această ediție de campionat. Vedem și clasamentul după 20 de etape, clasamentul final a primei părți, pentru că echipele au plecat deja în vacanță și vor reveni abia la primăvară, când se va juca etapa 21 luna martie. Așadar, Șerif Tiraspol, 53 de puncte, pe locul 2, 10 puncte în spate este Dacia Chișinău. FC Tiraspol este pe 3 cu 32 de puncte, pe 4 Milsami Orhei cu 31 de puncte, pe 5 Academia Chișinău cu 29 de puncte. Locurile 6, 7 și 8 sunt împărțite de Rapid, Zimbru și Iskra, toate cu câte 27 de puncte. Pe locul 9, Olimpia Bălți cu 25 de puncte, pe 10 Costuleni cu 19 puncte, Speranța a urcat pe 11 cu 9 puncte după victoria în fața Academiei, iar pe ultimul loc a coborât Nistru Otaci, care are doar 8 puncte la activ, cu mari șanse de retrogradare, deși am citit pe site-ul moldfootball.com un interviu cu Vasile Traghira, care spunea că în această iarnă se vor face modificări majore la Nistru Otaci, echipa va reveni în forță la primăvară și chiar Vasile Traghira spunea că Nistru Otaci aproape sigur va câștiga și Cupa Moldovei. Să vedem. În orice caz, ambițiile sunt mari la Vasile Traghira. Итак, господин Цинклер, делаем выводы после первой части чемпионата. Первая часть это так образно, потому что сыграно 20 туров, еще 13 осталось сыграть до конца чемпионата. Как вы прокомментируете таблицу, турнирную таблицу? Начну с того, что когда я смотрю на таблицу и на каком месте находится Зимбру, у меня сердце кровью обливается. Почему? За все годы существования, потому что это мой родной клуб. Я фактически родился на этой базе. Да, но сегодня это уровень команды. И я смотрю на седьмом месте. Может быть, не уровень, но команда на седьмом месте. Такого еще не было в истории этого клуба. Именитого клуба, я хочу. Народного клуба. Правопреемника Динамо, Буревестика, Молдова, Винтул, Нистру и так далее. Я не могу равнодушно смотреть на эти вещи. Вы понимаете как? Раньше, я помню, трагедия была, если занимали второе или третье место. Сейчас на седьмом месте. И все спокойно. Уже давно уже привыкли к вторым, третьим местам. Вы понимаете? Мы видим результат матча, один пример сами, и Rapid Gidigici. Мы видим имедиат и голы, которые сау маркат Лаваду и Вода, где жукат Академия и Спиранц. Дело в том, что я хочу сказать, я вот бываю на многих играх, и в каждой команде есть молодые хорошие игроки. Вот это меня радует. Молодые, хорошие, талантливые игроки. Дело за тренерами сейчас. Они должны им помочь раскрыться вот этим дарованием, которое есть. Это большое дело. Может быть, некоторым поменять амплуа, где он совсем по-другому заиграет. И я верю все-таки в наш футбол. Хотя Владимир уровень Борисович, слабый. Я прошу прощения, что перебиваю. Во второй части нашей программы мы будем говорить только о Зимбру и о ситуации в клубе и так далее. Сейчас чуть-чуть о турнирной таблице. Шериф, как всегда, оторвался сюрпризы, на 10 очков. Нет, я здесь сидел, помню, у тебя, Санду. Я сидел, и я говорю, что Шериф оторвется на опять. Что раньше они чемпионат кончали, значит, заканчивается чемпионат, они где-то на 15 очков от второго места. У них действительно приличная команда, и пришел этот самый Стекиц, очень приличный тренер, и там дело профессионально поставлено. Хотя многие, я смотрю, кричат, вот Шериф, им помогают, там то-то, то-то. Это далекие от футбола люди. Кто им помогает? Что им помогает?
Вот. Пожалуйста, это самое, забивай голы, и не было в жизни такого, чтобы нормальные голы, если кто забивает, чтобы их отменяли и так далее. Да, бывают ошибки судей. Кстати, о судьи, вот многие это самое, я больше всех критикую судей. Больше всех критикую. Но у нас сейчас появилась плеяда молодых, талантливых судей, которые очень объективно и нормально судят. Очень объективно и нормально. А таблица, ну что, ну, ожидалось, что Шериф будет на первом месте, ожидалось, что Дача будет где-то на втором месте. Но на третьем, я думал, Зимбру будет там второе, третье где-то это самое, не получилось. Ну, Тирасполь. Вот, Тирасполь недалеко ушел, все-таки разница всего 5 очков. Да, но от восьмого места. Прибавила команда Академия. Вот, какая команда прибавила. Является сюрпризом, значит, этого чемпионата, по вашему мнению? Рапид, я тоже лучше стал играть. Я, значит, отмечаю, что там вот эти молодые тренера, Осипенко и Секу, очень квалифицированно работают, кстати, вот эти молодые тренера. Это большое дело. Вот. И, ну, я даже Гайана, все-таки там состав тоже такой молодый, на третьем месте. Я, например, в своей анкете, я его поставил на первом месте среди тренеров. Почему? Ну, потому что... Почему не Ваню Табанова, который выиграл чемпионат во-первых, в Латвии? Во-первых, это самое. Во-первых, у нас там нет графы. Значит, только тренеров определяют лучших чемпионата Молдовы. А, только из местного чемпионата. Чемпионата Молдовы. Ага. Так я бы, если бы можно было так, то я думаю, скорее Спиридона поставил бы на... Или Эмиля Карася, а Табанова... Куда Табанова ставить это самое? Хотя он мой воспитанник, я его много тренировал, но... А, то есть не учитывались тренера, которые за границей не... Вот, за границей нет. Там такая графа футболистов есть. Лучший футболист, в том числе выступающий за рубежом у футболистов в анкете. А это только тренера, которые здесь. Вот. Ну, посмотрим. Конечно, впереди еще... Очень много интересных встреч будет. Это самые напряженные будут. Это последний круг, конечно. Будем ждать, чтобы... Главное, чтобы росли футболисты молодые, чтобы они радовали и чтобы пополнять сборную. Я уже вижу кандидатов из молодых футболистов, которых можно спокойно ставить в национальную сборную. Но это отдельный разговор будет про национальную сборную. Буду говорить об этом с Иваном Степановичем Карасем. Евген, астазь, где будет у тебя... La televiziune. Da, este prima oară când vin la o televiziune. Foarte frumos. Mersi pentru invitație. Bine venit. Vreau să te întreb, fosta ta echipă, Academia Chișinău, nu regreți că ai plecat de acolo? E revelația acestui campionat. Da, și eu socot că Academia anul acesta prestează un joc foarte frumos. Anul trecut a fost în coadă la clasament, acum s-a ridicat evident și jocul prestat este unul foarte bun. De ce să regret? Am luat o școală acolo, am jucat o perioadă foarte... am jucat 4 ani jumate și am decis că am nevoie de un schimb. Schimb atmosfera, schimb echipa. Totuși, Zimbru Chișinău este un brand în Republica Moldova și am vrut să încerc cutierile. E cel mai mare, chiar aș spune. Alături de Șerif, bineînțeles. Da, Șerif în ultimii 10-12 ani a devenit cel un brand între timp. Da. Lumea scrie în comentarii că ai depășit nivelul campionatului Moldovei, însă tot la fel în comentarii spun microbiștii că Zimbru a fost de fapt un pas înapoi pentru tine. Ce să spun? Sigur, iarăși repet, chiar dacă este un brand, chiar dacă... Am venit la Zimbru cu speranța de a mă reclama, așa să spun, Republica Moldova, de a face un pas înainte, de a lupta pentru pozițiile în clasament și am venit la Zimbru să joc în cupele europene, de a-mi face un nume, de a-mi face o... cum să spun, să-mi fac un nume, să plec undeva, poate pești flotare. CV, e important să ai în CV poate. Denumirea echipei Zimbru. În ziua de azi, foarte mult îmi contează la un jucător, o echipă renumită, așa să spun. Da, mai vorbim despre Zimbru, am mai spus și mai devreme în partea a doua campionatului. Alexandru Epureanu a devenit primul jucător moldovean care a fost ales de 4 ori cel mai bun fotbalist al anului. Capitanul naționalei nu a fost prezent la gala fotbalului pentru că a avut meci în campionatul Rusiei.
mai bun jucător pentru 2012. Cu 246 de puncte, Alexandru Iepureanu. Nu știu, nu sunteți care îmi spuneți lucrurile. Pare bine și mulțumesc tuturor celor oameni care au votat pentru mine. Sunt bucuros și vreau să mulțumesc pe toți coechiperii mei de la echipa de club, de la Național, că datorită lor nu m-am putut ca acest premiu să-l iau. Premiul a fost semnat pentru a treia oară tatălui fotbalistului. Ia că te-am luat 3 ani și nu poate să vii. Prea de vreme, într-adevăr. Poate ceva mai târziu când se adună toți fotbaliștii, doar în Rusean că joacă fotbal. Igor Rămaș a fost al doilea pe lista favoriților, iar pe a fost Alexandru Gațcan. Antrenorul lui FC Tiraspol, Vlad Goian, a fost ales pentru a treia oară antrenorul anului. Eugen Matiugin de la Dacia a devenit cel mai bun portar, iar Miral Samardzic și Alexandru Pașcenco, ambii de la Șerif, s-au ales cu titlul de cel mai bun fundaș, respectiv mijlocaș. Foarte prietene, este честно, даже в какой-то мере не ожидал, так что вдвойне приятно, тем более у нас в чемпионате вообще в Молдове много хороших полузащитников. Gheorghe Boghiu de la Mirsame a devenit cel mai bun atacant al anului, iar Benjamin Balima de la Șerif cel mai bun golgheter. În acest an nu s-a oferit titlul pentru cea mai bună echipă și nu a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător. Da, господин Цинклер, как всегда, у всех своё мнение насчёт футбола, в футболе все разбираются. Очень много мнений было, что Епуряну не должен был получить, что должен был получить другой игрок, что лучший тренер не тот, что должен был быть другой. И так во всех номинациях, как обычно у нас. Значит, ваше мнение, то, что значит, было на по тренерам я примерно сказал про Епуряну. Значит, обычно УЕФА, когда определяет лучшие футболисты Европы, они берут футболиста и смотрят, что эта команда выиграла. Значит, я тоже не поставил, я, может быть, не должен, хотя я люблю Сашу Епуряну. Он на моих глазах рос как футболист в Зимбру, с малых лет, прекрасный футболист. Его уже в 16-17 лет за основной состав тренер Стан ставил, румынский специалист. Прекраснейший футболист. Но он тогда еще нападающим был. Не, он нападающий не играл, он полузащитника играл, центральный защитник. Он... Я помню, но вышел есть, матч с Шарифом есть одно нападение. Но. Может быть, есть одно но. Я поставил, я могу открыть сейчас секрет, я поставил на первом месте Игоря Армашу. Почему? Они выше всех этих команд, где наши зарубежные играют. Он играл в основном составе, когда был Петреску тренер за Кубань. И он играл в основном составе, когда Красножан. Да, играет в основном составе. Но надо учесть и матчи теперь, за сборную. И они выше, чем Ростов, и выше, чем Крылья Советов. Значит, на втором месте я Гацкана поставил, потому что Ростов ниже их немного. А Крылья Советов, они хуже этих команд, они где-то там в конце турнира таблицы. Почему вы брали чемпионат России, а не как играли они за сборную? Допустим, ну, за сборную Армашка катастрофически сыграл. Понимаешь, дело в том, что большинство игр, во-первых, он травму получил, Армаш. Так? Ну, это когда он вот. С Сан-Марино получил травму, с Англией. Во-вторых, это самое, я еще раз говорю, значит, я вот на это опирался. На это опирался, потому что сборная одна-две игры и так далее, и все. Вот. А вот это, он достойный капитан, Саша Епуряна, достойный, он прилично играет, молодец, хочу его похвалить, что всегда по первому вызову он здесь. Он патриот этой республики, он молодец, это самое. О нем только хорошее могу говорить. Но... Мое мнение, что Епуряну за сборную играл вот. Намного ну, выше. Так проголосовали, остальных. Значит, да. В анкетах. Да. И давайте я послушаем выбор. Габи Балинта пару минут, потому что он на роуминге сейчас ждет нас. Да, пожалуйста. Бунасяра, домле Балин. Бунасяра, Санду. Май сентец инкишинау, са вот плека дежа. Май сент, ка ам профитат акума, дака... Tot m-a invitat domnul președinte Stefanu la fotbalului să mă stau să văd și prietenii. Am destul prieteni pe aici. A, v-ați făcut într-un an și ceva, v-ați făcut mulți prieteni aici și nu? Da, chiar 2 ani și da. Și mai aveam mulți încă de când eram și la Șerif, de acum 10 ani. A, da, bine. Aveam pe aici prieteni. Bine ziceți că ați mai fost, ați mai activat aici în Moldova. Ați câștigat și da. Cupa CSI, dacă nu greșesc atunci cu Șerif. Da, ați fost la pentru prima dată. Da, pentru prima. Domnule Balint, cum a fost la gală? Sandule, eu spun, și tu poți să-mi spui, Gabi, că știi că noi ne tutim, că suntem cunoștințe vechi. Vă spun, Gabi, vă spun când stăm împreună la un ceai, dar aici nu pot să vă spun.
Eu chiar am spus că Federația Română, din câte știu, în ultimii ani n-a mai organizat o gala a fotbalului românesc. Mai sunt diverse publicații care organizează, însă eu chiar m-am bucurat când am fost invitat, pentru că aici se organizează foarte frumos, cu muzică de aici, cu oameni foarte importanti. A fost președintele țării, primul ministru care vin și care sunt prezenți aproape de fotbal moldovenesc. Adică e o sărbătoare din toate punctele de vedere. A, v-a plăcut, adică? Da, foarte mult, foarte mult. Că, de ce vă întreb? Că sunt unii care zic că s-au plictisit deja una și aceeași în fiecare an. Nu e adevărat. Și atât de frumos și să vezi niște veterani ai fotbalului moldovenesc, niște oameni care au fost mari fotbaliști la vremea lor, care sunt răsplătiți în fiecare an. Încă o dată, e frumos să vezi oamenii care conduc o țară, să vin să fie aproape de fotbal, jucători, antrenori, ce să zic, e o atmosferă frumoasă acolo. Da, spuneți-mi, am văzut declarațiile pe care le-ați făcut la gală și ați spus că nu prea ați urmărit, de asta nu vă puteți da cu părerea vis-a-vis de nominalizările și laureații acestui an, dar spuneți-mi de echipa națională, dumneavoastră ați fost selecționer la Naționala Moldovei, cum vi se pare prestația națională în aceste preliminare? Păi eu cred că e o prestație normală, e o prestație la care trebuia să ne așteptăm, adică nu e ieșită din tipar, nu e nici mai jos, e pe undeva normală la ceea ce reprezintă fotbalul românesc, la ceea ce reprezintă grupa în care e echipa Moldovei. Meciuri cu echipe foarte importante, sunt 4 puncte deja realizate, încă 3 100% vor fi cu San Marino acasă, deci deja 7 puncte sunt deja le putem considera ca și luate. Mai rămâne să mai realizeze încă un rezultat bun și cam acolo e echipa Moldovei. O surpriză, dacă mă faci. Poate pretindem, da, o surpriză. Poate să pretinde prea mult de la un fotbal care, hai să recunoaștem, că e greu. Uite că ce se întâmplă în România. La anul vor fi 100% cluburi care vor da faliment în România. Și aici, să știți că e foarte dificil. Cât au mai făcut Vrej, patronii de cluburi, a mai mers cum a mai mers. Dar acum cred că le va fi foarte greu. Mai ales că Parlamentul a votat deja în prima lectură legea cu privire la blaturi și pariuri aranjate. Asta este foarte bine și era momentul să se facă și mă bucur că s-a făcut asta, pentru că trebuie să se dispară această modă, să zic așa. Așa a fost și în România acum câțiva ani buni. Erau niște cooperative, așa se numeau la noi, cu meciuri aranjate și nu erau poate atât de mult, nu influențau așa de mult pariurile în perioada aceea. Însă acum, la cum te ajungi, am văzut că într-un clasament european în Moldova e pe locul 3. Bine, culmea e că Italia e pe locul 2. Într-un clasament al meciurilor trucate, asta e dureros și trebuie să se ia măsuri și mă bucur că președintele Ciobanu a reușit ca să adopte niște legi acum sau să propună niște legi care să termine odată cu toate aranjamentele respective. Apropo de Pavel Ciobanu, deja are, se pare că un contracandidat, chiar dacă nu e oficial, Radu Rebeja. Dumneavoastră ați colaborat cu ambii cât timp ați fost aici în Moldova selecționer. Ce părere aveți despre candidaturile celor doi? Despre Pavel Ciobanu, de fapt și el este un candidat, puteți să spuneți, și despre unul și despre celălalt. Eu pot să spun un lucru, că eu m-am simțit foarte bine aici și am colaborat bine nu numai cu cei doi, ci cu toți cei din federație. Apoi pot să spun că am participat la diverse întâlniri și în cadrul UEFA sau FIFA cu oameni importanți, chiar Platini care a fost aici, Plater, și am văzut cât de mult contează Pavel Ciobanu, câtă influență are asupra acestor oameni, adică chiar a rămas mirat și mi-am dat seama că e foarte apreciat, e un om cu o notorietate foarte mare la cele două foruri. Eu nu știu, eu m-am întâlnit cu Radu acum la gală, dar mie sincer nu mi-a spus că el ar fi un concurent. Acum, cum să spun, eu consider că un om capabil Ciobanu în momentul de față nu poate să fie schimbat la cât a făcut pentru fotbalul moldovenesc. E omul care susține și care l-a făcut cât de cât cunoscut și să aibă o notorietate și afară. E foarte greu de găsit un înlocuitor. Radu e un băiat tânăr, e un băiat care are aspirații și el, însă eu cred că ar trebui să
să mai învețe mai mult, să stea lângă acest om, că are destul de învățat, așa cum a fost și la noi. Și că Popescu a concurat cu Mircea Sandu și i-a fost foarte greu să nu lucrească, pentru că sunt niște oameni care ei au făcut de ani de zile lucrul ăsta. E foarte greu acum să faci niște schimbări când deja lucrurile au fost puse pe picioare de acești oameni pe... Da, am înțeles. Domnule Balint, mai răspundeți-mi la o singură întrebare. S-a zvonit că sunteți pe lista celor de la Zimbru pentru a prelua Banca Tehnică. Acum v-ați întâlnit, când ați fost la Chișinău, v-ați întâlnit cu cineva de la Zimbru? Nu, e un zvon, pur și simplu, cum ai spus, e un zvon. Adică nu v-a contactat nimeni, nici măcar aici, când ați fost în Moldova. Nu, nici vorbă. Dar ați venit dacă vi s-ar face o ofertă? Păi nu știu, prima dată trebuie să vedem dacă sunt niște oameni care vor să investească, să facă ceva, au o strategie, vor să... Dar ar fi interesant pentru dumneavoastră să veniți la Zimbru? Pentru mine orice ofertă e interesantă, atâta timp cât are ceva la bază, clar. Am înțeles. Domnule Balint, vă mulțumim foarte mult. O seară frumoasă vă dorim. Trebuie să intrăm în publicitate. Revenim imediat cu întrebări de pe site-ul moldfootball.com și discutăm și despre alegeri, dar și despre echipa Zimbru cu patriarhul fotbalului moldovenesc Vladimir Zingler. Radu Rebeja a recunoscut în sfârșit că vrea să devină președinte al Federației de Fotbal. De ce nu? Eu am viziunile mele și mulți oameni mă susțin și a motivat intenția fostului internațional. Radu Rebeja a confirmat că vrea să ocupe fotoliul de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal. De ce nu? Mi-am viziunile mele, adică ideile mele și sunt mulțumit de faptul că în ideile mele și în ceea ce îmi doresc să fac, sunt susținut de foarte multe persoane. Eu tot timpul am fost în echipa Federației Moldovenești de Fotbal. Alții pe mine nu mă interesează. Fiecare are echipa lui, noi avem echipa noastră. Noi democrație, cine vrea candidează, așa că porțile sunt deschise. Alegerile la șefia FMF vor avea loc în februarie 2013. Actualul președinte, Pavel Cebanu, ocupa acest post din 1997. Радио Рыбежа уже почти созрел, кажется, потому что он давно, если честно, у нас есть информация, что он давно разговаривает с людьми насчет выборов, но он пока никак не хотел это афишировать и официально. Мы ему звонили в передаче, говорили, он сказал, да нет, я еще думаю, хотя он встречался с людьми, говорил насчет выборов. Вот я не понимаю это отношение. Значит, если ты хочешь быть кандидатом, говоришь, я хочу быть кандидатом, все, я говорю свою программу, чтобы люди ознакомились с программой. У меня тоже есть информация, что он или его люди, он недавно в Камрате был, кстати, я там работал, мне люди позвонили, что он туда приезжал, к мэру города, значит, чтобы за него это самое. Он едет, проявляет такую активность. Я бы посоветовал Раду, если он бы такую активность проявлял бы в работе со сборными командами, за которые он отвечает за все сборные команды. Значит, сборные команды так плачевно не закончили бы сезон. Я не беру национальную сборную. Национальная сборная – это прерогатива, в принципе, председателя федерации. Но все сборные, начиная от женских сборных, там 17-летних, 19-летних, там юноши, это Ундер, 21, значит, все или последнее, или предпоследнее место. Я вхожу в тренерский совет, он сейчас называется Комитет развития футбола. И мы там давали оценку, значит, голосовали, давали оценку. Все сборные или слабо, или неудовлетворительно. Когда-то наши сборные были в финальной части чемпионата. Конечно. У нас никогда молодежные, юношеские сборные никогда так плохо не выступали. Никогда. Я, правда, в советское время сам тренировал это самое молодежное, юношеское сборное, спартакиады, все. Мы Украину обыгрывали, где там это, Яковенко, Литовченко, Протасов. Сейчас сравнивать то, а сейчас, что было, да, не надо сравнивать тогда, да. Но сейчас это самое, работал. Тот же Ефрос, это самое, в другой попал выше. Тот же Ильи Карп. Ефрос единственный тренер, который вывел нашу юношескую сборную в финальную часть чемпионата. Да. Тот же Ильи Карп, сборную Ундер-21 обыгрывали это самое.
самое, сборную Израиля, а потом 6 человек с этой сборной, они против России выставили за первую сборную. Там же полно, значит, это самое, все прилично играли. Сейчас это ужасно. Он, Ребежа, он за 5 лет, что его взяли работать, дали, он второй человек Федерации футбола, дали отдельный кабинет. Дали все ему, компьютер, телефоны, все. Занимайся сборными командами. Ну и что, к чему он привел? Где эти сборные команды? И после этого сейчас, у человека сейчас, допустим, хватает... Сейчас, допустим, одна из немногих сборных, которая не играла товарищеский матч. У всех товарищеских у нас не было. Санду, и после этого у человека кто хватает... Кто за это должен отвечать? Я не знаю, как назвать, я не хочу его обижать, но выставлять свою кандидатуру на председателя федерации, он 5 лет, мы не слышали ни одного предложения на исполкоме. Нет, ну почему? Вот... Любой может выставлять свою кандидатуру. Нет, Санду, выставлять... любой может, ты прав. Выставлять могу, но... и я, и... Совершенно правильно. Я Джен можешь выставлять свою кандидатуру. Но надо же думать, что ты, тебе взяли, значит, второе, ты второй человек федерации. Тебе кабинет там большой дали, все. Значит, за эти 5 лет... Я не слышал на исполкоме, чтобы он говорит, вот надо сборный так переделать, надо то, какие-то предложения новые, что он что-то новое хочет. Ведь что значит выставлять свою кандидатуру? Когда выставлял, допустим, Павел Чебан, сейчас скажут, опять центр хвалит. Я не хвалю Чебану, но когда он выставлял свою кандидатуру, он же работал в Лозово, он работал в Неспоренах, то есть он по тренерству. Я как-то на исполкоме сказал, возьми одну сборную. Этому Ребеже раду. Возьми свой. Я себе не вижу тренером. А кем ты себя видишь? Он плюнул и плюет в тот колодец, от которого он 5 лет это самое, пил воду и питался. Этого колодца. Я так считаю. Это мое твердое убеждение. Понимаешь как? А кто он, должен, кто он, должен он, Владимир Борисович? Он, кто... Ведь вы... что он сделал для молдавского футбола? Начнем с того. Вот он, как он будет объясняться? Что он сделал для молдавского футбола? Он играл в России. Ну и что? Ну и что? Тех команд, во-первых, уже нет, где он играл. Не, ну он что не виноват, что команда... Что он для молдавского футбола? Он сборный год не являлся. А я обидел. Но его не вызывали. Почему? Как не вызывали? Это самое. Посулька, вызывал, не... Это самое. Посулька он, не вызывал. Он недоволен был Посулька. Посульки приходят, уходят эти тренера, это самое. Он должен был... Надо что-то сделать. Если ты выставляешь свою кандидатуру, надо все обдумать. Надо все делать для молдавского футбола. А в России заработал деньги, там кто-то, сейчас власть хочешь? Нет, милый, ты покажи, что ты умеешь делать. Ты поедь в район, возьми какую-то команду, наберись опыта, пожалуйста, выставляй свою кандидатуру. Но ни с того, ни с сего, вдруг он, это самое, нож в спину, Чебан, все, я свою кандидатуру выставляю. Это что? И едет по всем там его люди, нам звонят, мне тоже многие это самое звонят, что... Какие его самое... люди, кто... Не хочу я сейчас называть нет, этих ну, людей. Нет, уже, если сказали, что... Это самое, вот, что едет туда-сюда, вот вы должны это самое голосовать за этого, за того, там, что-то. Ну что это такое? Что ты развернул такую деятельность, это дикую? Что это самое развернул такую идею? Но если выборы покажут, выборы покажут. Вы так раскритиковали его, что он ему не захочется кандидировать. Санду, мое кредо в жизни – это справедливость. И правда. Значит, я никогда не обманывал, не люблю, когда меня обманывают. И за справедливость всю жизнь борюсь, и дальше буду бороться, пока у меня есть соображения, пока у меня есть... Хорошо, Борис, чтобы мы успели пару вопросов от телезрителей задать. И у меня еще пару пожалуйста, вопросов. Пожалуйста, телезрители, готов я. Хорошо, сейчас буду... Да. Кстати, последний вопрос о выборах от телезрителя. Пару телезрителей задают... В общем, один и тот же вопрос, по-разному он написан. То, что как лучше у нас, чтобы были выборы, открытое или закрытое голосование? Потому что один телезритель пишет, что если будет закрытое голосование, тогда у Ребежи есть шанс выиграть эти выборы. Этот, я знаю, откуда этот зритель примерно, не нет, хочу называть. Нет, moldfutbol.com, сайта. Да. Хорошо. Я оставляю я, это самое. Я готов с этим зрителем встретиться. Значит, в уставе Федерации футбола, утвержденным Министерством юстиции, сказано, что выборы могут быть и открытыми, и закрытыми. Решает не Павел Чебану, не исполнительный комитет Федерации, решает Конгресс. Значит,
когда конгресс собирается и перед, ну, ставится вопрос, значит, какое будет голосование? Один, значит, допустим, говорит, надо закрытое, голосует, кто за закрытое, все голосуют, допустим. Другой говорит, кто ставит вопрос, допустим, предлагает открытое голосование. Все голосуют. Значит, как проголосует конгресс? То есть конгресс выбирает. Только конгресс решает, никто не имеет права решать. Устав, что написано в уставе? В уставе так и написано, что конгресс решение, имеет право решать. Конгресс решает, да. Но может и так решить, и так решить. Как конгресс решит, так и будет. Это есть в уставе, это записано твердо. Да, Евген, despre Zimbru Chișinău. Все... E clar, situație foarte dificilă la cel mai iubit club din țară, lumea se interesează pentru că normal țin la acest club. Ce se aude de noul antrenor? După plecarea lui Fistican nu s-a mai auzit nimic niciodată. Cu excepția acestui zvon despre Balint. Bine, am plecat în, așa zis, în vacanță, n-am avut nicio informație referitor la antrenorul nou, la cărma echipei a rămas domnul Sârbu. Mâine avem convocarea la lot, cred că poate că, nu știu, ne vor anunța un nume, oarecare, ne vor spune care sunt planurile, care sunt drumurile care le facem mai departe. Au plecat mai mulți jucători de la club, tu rămâi la echipă? Să vedem, la moment sunt jucători la Zimbrului Chișinău. Discutăm, vedem care este situația mai departe. Mai da. Știi cine pleacă, vine? La moment nu știu cine pleacă, nu știu cine vine. Presupun că oricum nu mi-au să vie. Au plecat foarte mulți jucători de valoare care... Dar cine decide acum la Zimbru? Este domnul Chetrar, domnul Oprea, cine? Da, este președintele, directorul sportiv. Domnul Chetrar este președinte? Da, Ion Chetrar. Ion Chetrar? Da. Și Igor Oprea, directorul... Domnul Oprea este director general la Zimbru Chișinău. Domnul Sinclair. Oprea, если... Он мужественный человек, он должен подать в отставку. Почему? Потому что развалил клуб. Он верно служил Шишканову. Вот. Что там не платили деньги, ничего, не я решаю, там то-то. Я не говорю о том, как со мной поступили, не хочу даже говорить, как случилось с Боричем Ватером. Не хочу об этом здесь говорить всей этой публике, телезрителям, которые сейчас смотрят. Нет, ваше мнение, но о футболе здесь? Я да. хочу. Значит, верно служил, и сейчас, мол, Шишканов там во многом виноват. Теперь, значит, денег опять там срезали наполовину, там не платят, там то-то. Не я решаю, решает черный. Уже черный. Он на все виноват. Ты что там стул? Ты что это самое, занимаешь там место это самое? Ты что место занимаешь там? Что ты делаешь? У них короткий век, у футболистов. Им надо платить деньги. У них есть контракты. А нет, отпускай их. Вот человек сидит не потому, что он здесь сидит. Он умеет футбол играть. Он пришел... В команду, в лучшую команду. Он хотел совершенствоваться. Он хотел в Еврокубках играть. И что? Что с ним это самое сделали? Что вы сделали с этой командой? Мне, знаешь, мне в интернет с Австралии, с Израиля, с Германии, с Америки даже это самое. Что с командой? Есть фанаты, которые болеют за Зимбру. Что с командой? Что случилось с командой? Я должен расстраиваться, отвечать им и так далее. Это самое... По скайпу они меня находят, и я с ними объясняюсь. Ну, стыдно же, действительно, чтобы команда вот так вот. Только надо это самое, всех убрать оттуда, которые там работали. Вот. И новых профессионалов, именно профессионал набрать, который будет отдаваться работе с командой, будет это самое работать. И вот эта тренерская чехарда вот эта вот. Что они делают? Ну, что они делают? Вот они поставили это сам Олега Фистикана. Ну, он одно дело работать с юношами, с детьми там, и то успеха не добивался. Вот. И вдруг его ставить, у него опыта, абсолютно никакого опыта нет, ставить его главным тренером такой команды, Зимбру, главным тренером Зимбру, вы ставите это самое.
Ну и что? Вы парни испортили его тренерскую карьеру и так далее. Что вы это самое с ним даже сделали? Он не должен был согласиться. Вот я пример приведу. Шевченко, Андрей, сейчас предложили тренерам сборной Украины. Он говорит, я еще не готов, у меня опыта нет. Вот ответ. Он полез, и что случилось? O singură întrebare pentru Eugen, că nu vreau să te implic în politică, știu că ești jucător activ, mai ales fiind la Zimbru. Spune-mi din curiozitate, pentru că toată lumea vorbește despre asta, însă nu a confirmat nimeni până acum. E adevărat că Oleg Fistican la antrenamente, dacă un fotbalist greșea sau ceva, îi punea să facă flotări? Poți să nu comentezi la așa întrebare? Nu, zici da sau nu, adică e o întrebare simplă și nu... Bine, a fost ca o mică replică, tot dacă nu îndeplineam cerințele care ne cerea, nu. Asta a fost doar câteva ori și atâta tot. Fără supărări, a fost un lucru de lucru, un lucru normal, să zicem așa. Sandu, я бы хотел слова привести, значит, сейчас, может, многие будут смеяться, сказать, что он, значит, Сталин говорил, нету плохих солдат, есть плохие командиры. Я хочу его фразу переделать. Нету плохих футболистов, есть плохие тренера и руководители команд. Плохих футболистов нет. Если человек, футболист, фанатичный, если он любит футбол, если он отдается этому футболу, вот я даже вот в таком возрасте вот готов любую команду взять, и вы увидите, как она это сама заиграет. Вот перед всей республикой говорю, если они фанатичны и любят футбол и так далее. Вот им надо помочь этим ребятам психологически с ними работать. У нас же психология. То есть вы считаете, что Зимбру эта проблема является самой большой? Ну, конечно, конечно. Ну что, не деньги, не другое, а то, что... Есть у нас опытные, нормальные тренера. Ну поставьте это самое. Что вы делаете? Что вы издеваетесь над этим клубом? Что вы издеваетесь над этим клубом? Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune. Благодарю вас за участие в программе. Ждем вас еще очень интересно, и ваше мнение всегда интересно звучат, и по-особому, критика даже по-особому звучит. Mulțumesc, Eugen, îți doresc foarte multă baftă. Ultima întrebare pentru tine. Echipa națională ce înseamnă pentru un fotbalist? Pentru tine, personal. Pentru mine înseamnă totul. Înseamnă patria, înseamnă mândrie, înseamnă țara mea. Îți dorești să joci? Foarte mult, foarte mult. Cred că ca orice jucător tânăr, prima întrebare, dacă ar fi adresată ce-i face, ai dori să joci la echipa națională, ar fi un răspuns clar și ferm, desigur. Atunci eu îți doresc să ajungi cât mai rapid și la echipa națională, să te vedem pe terenul de joc. Mulțumesc și telespectatorilor care au fost alături de noi în această seară. Nu uitați, mâine vedeți emisiunea în reluare pe site-ul publica.md și pe modfutbol.com. Rămâneți în continuare cu Publica. O seară frumoasă!